обновленное Калужское шоссе, а также новые маршруты частных перевозчиков, которые теперь следуют по новой дороге в направлении Коммунарка, а также конечной остановки Столбово. Это маршруты номер 422, 521, которые едут из Ватутинок и Первомайского. Недавно тут была открыта новая развязка с новыми эстакадами, а также пущена Сокольническая линия продления участком от станции Саларьево до станции Коммунарка. Это как раз вентиляционные шахты перегонов метро. Слева от этого тоннеля проходит тоннель в обратную сторону, то есть для автомобилей в сторону Калужского шоссе, а также тоннель метро. Даже охрана есть. Вот, собственно говоря, это участок перегона от станции Ольховая до станции Коммунарка. Сейчас будет видно, как перегон уходит под землю, потому что станция Коммунарка единственная здесь станция, которая полностью расположена под землей. То есть реально подземная, без прилегающих крытых перегонных тоннелей. Уже подъезжаем к метро. Остановка метро Коммунарка. Сейчас мы с вами выходим. На ту сторону, да? Вот окрестности метро. Здесь застраиваются новые жилые микрорайоны, а также скоро будет открыт следующий участок автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное. Это вестибюль метро. Автобус уехал на конечную Столбово. Также сюда теперь перенаправили маршрут 526, который следует из аэропорта Внуково через Первомайское и город Троицк. Также маршрут 976 был запущен от остановки торговый центр в микрорайоне Д города Троицка до метро Ольховая и сюда в Коммунарку к Столбово. На самом деле целесообразность запуска данного маршрута лично у меня весьма под вопросом, вызывает большие сомнения. Ну вот как-то вот так вот. А это все поселок Коммунарка. И он вдалеке виднеется инфекционная 40-я городская больница. Ну что ж, спасибо за внимание.